Добрый день, дорогие цветоводы! Вы снова на канале Хитсад ТВ. Зимой на прилавках цветочных магазинов появляются замечательные цветы – цикламены. Сложно пройти мимо и не остановиться около цветущих экземпляров, не правда ли? Какие же рекомендации по уходу за этими цветами мы расскажем в сегодняшнем видео. Когда именно и как правильно пересадить цикламены, мы спросим у экспертов. Первое, на что необходимо обратить внимание, это почва, в которой растет цикламен. Цветы, привезенные из Голландии, продаются в бедном транспортировочном субстрате. Он не пригоден для нормального выращивания растений долгий период времени. Такие растения следует пересаживать сразу после покупки в магазине. Для этого аккуратно вынимаем растения из горшка, отряхиваем от грунта и проверяем корни. Если корни немного подгнившие, необходимо срезать их до здорового места, а лучше замочить их ненадолго в слабом растворе марганцовки для дополнительной дезинфекции. Места срезов присыпать порошком активированного угля. Перед посадкой обязательно на дно горшка положите слой керамзита. В качестве субстрата подойдет обычный грунт для комнатных растений. Цикламен – растения луковичные. Во избежание загнивания луковицы рекомендуется поливать цветок в поддон. Цикламен любит прохладу в любое время года. Оптимальная температура его содержания от 12 до 20 градусов тепла. Зимой лучше содержать растения при температуре 12-14, летом 18-20. Цикламен любит яркий свет, но следует избегать попадания прямых солнечных лучей. Обычно цикламен цветет в зимний период. Весной и летом нужно подкармливать комплексным минеральным удобрением один раз в неделю. Соблюдая правила по уходу за цикламеном, он будет радовать вас цветением еще много лет. До встречи на канале Хитсад ТВ.